Топ-5 самых забавных багов Ютуба. Первый баг. Когда вы смотрите какой-то YouTube шорт, если у вас только один YouTube шорт и он популярный, этому, если, припустим, у вас там 100 лайков, то может показываться не количество лайков, а подобаете или не подобаете. Количество дизлайков и лайков не показывается. Второй баг номер 2. У вас может быть такой баг, то что комментарии 4, а на самом деле их 3. Но этот баг сам по себе исправляется. Это может быть с любым числом. Даже их, припустим, 40, а на самом деле 39. Показывает, что 40, а на самом деле 39. Ладно, баг номер 3. Если вы будете ставить на паузу очень за миллисекунду на YouTube шортах, опять-таки про YouTube шорт, то у вас будет это. Вот видите? А если аккуратно, то вы будете видеть, то что у вас все так получается. Но этот баг не навсегда.